Так, мы в Элле. Утречко, 6:30 утра. И мы пытаемся пойти на пик Адама Малый. Дорогу начинаем из поселка. Доброе утро. Вот такой вид. Вышли мы оттуда. Идти нам 2,5 километра до вершины. А высота будет 1130 метров или 1150, неважно. Так, дорога из Эллы вот оттуда идет. Потом мы доходим до развилки. Налево вот дорога идет на 9-арочный мост. А нам вот сюда. Прямо дорога идет на Малый пик Адама. Вот там Элла Рок. И чайные плантации. Да, чайные плантации начинаются. Вот такое зрелище. Все, пойдем выше. Дальше наша дорога идет через чайные плантации. Вот так вот, эвкалипты и чайные плантации. Дорога довольно-таки комфортная, бетон. Вот дальше глина начинается. Но все равно здесь укатано, утоптано, хорошо все. Это все чаек. Классно. На улице свежо, 18 градусов с утра, днем будет 29, обещают. Ну, как всегда в горах, перепады. Все, дальше вот пошла глина вот такая. Вчера был дождик. Ну, заберемся, думаю. Так, вот мы идем, виды открываются красивые. Вокруг опять-таки чайные плантации. Ну, ровная дорожка скоро закончится. И вот здесь мы начинаем подъем вверх по ступенечкам. И вот там вот вершина. Идем мы туда. Вот и указатель. Little Adam's Peak. Ну, опять между чайными плантациями все это. Так, последний рывок к вершине, он такой вертикальненький получается. Вот та вершина. Мы идем отсюда снизу. Вот так. Так, еще немного, и мы на вершине. Вот по этой тропинке мы уже выходим к вершине. Там зашли тучки на горы. А вот сюда открывается картиночка. Ух! 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 Боже, какая красота! Ух! Сейчас солнышко там придет. Говорить ничего не буду, смотрите. Вперед к вершине. Ну и вот мы непосредственно на вершине. Картина, конечно, впечатляющая. Ребята, будете в Элле, поднимитесь. Красиво.
снизу даже видно водопад Раванну. Вот. Раванна Фолс. Там тучка на вершине сидит. Автобусы как игрушечные. Да. Отлично, повезло с погодкой пока. А вот там вот идет дождь. Все, пойдем вниз.